Агрогородок Малые Нямки Ветковского района. Территория практически пограничная. Усяго просто несколько километров начинается Российская Федерация. Правда, на местном житті это практически не отбивается, за выключением одного момента. Некоторые малонямковцы створили в России семьи и переехали туда на постоянное место жихарства, хоть и покинули белорусскую прописку. Коли постало питание по плате сбору на финансирование державных расходов, створенной при сельвыконкоме рабочей группе, каждую такую ситуацию пришлось разглядать индивидуально. В этом же списке оказались так само женщины, якая перенесла несколько операций, а тому протяглый час не працавала, шматдетная мать и студент. После обмеркования подаденных заяв, этих людей от уплаты сбору вызволили. Больше складанной оказалась ситуация с вязковцами, которые не працуют на предприятиях, а не занимаются выключно подсобной господаркой. Хотя тут решение нашли худко. У речи все члены комиссии живут у сельской местности и добро ведают, что это такое – працавать на земле. Это тяжелый труд. Это только кто не пробовал держать коров, свиней, тот считает, что хорошо, у вас все свое. Но, как я всегда говорила, на селе у нас нету ни выходных, ни проходных, я не знаю, как назвать это, тяжелый физический труд. Позволение от сбору на финансирование державных расходов утримал и Юрий Климушка. Его семья, это жонка и трое детей. Некогда мужчина працавал рабочим на ферме, где после скорочения працовного места вырашил заняться пособной господаркой. Зараз на подворку около 25 курей, прикладно столько ж свинью и корова, плюс гектар земли. Правда, не выключено, что уже весной эта площадь повеличится еще на 3 гектары. Кажется, что вариантов регистрации у якости фермера, покуль не разглядая, тут уже совсем меньшие масштабы вытворчести, але додатковую землю у аренду вероятно, возьмем. Если земля не будет, увеличим поголовье свиней, плюс еще дополнительно одну корову и около сотни две курей бройлеров добавим. Сегодня около 60 жихаров Малонямковского сельсовета працуют у местовой господарцы, прикладно столько же у социальной сферы. С категории так званых утриманцев тут оказался только один человек. Для махчимости уплаты сбору за им, вероятно, будет заключен працовный договор. Серед махчимых шляхов занятости сельского населения работа по добропорядкованию. С непрацующими сельсовет может заключить договор, как пограбовать огороджу и покосить траву. Правда, работа это все-таки часовая и протягивается с красовика максимум по кастричник. На сегодняшний день все звороты вязковцев об уплате сборов на финансирование державных расходов у Малонямковском сельсовете разгледжены. Становчее решение отримали усе вязковцы, которые постоянно проживают на этой территории и занимаются подсобной господаркой. У речи это так само вытворчесть продуктов харчевания, которые в огольном караваи не лишние. Алексей Тюров, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.